О, пацаны, короче, девочка приехала на ТО, я говорю, давай расходники, бля. Она говорит, масло есть, только его российское, короче, смотрите, блядь. Шаг первый. Найдите капот автомобиля и картинка, короче, где капот, блядь, где багажник. Ну, инструкция для женщин, типа. Значит, шаг два, блядь, крышечки не перепутайте. Шаг три, шаг четыре, блядь. Значит, откройте капот, вам нужно найти вот такую штучку, блядь, прям так и написано, короче, штучку, блядь. Да, ебать, потяните аккуратно, вытащите длинную палочку, блядь, возьмите салфетку. Шаг пятый, короче, заливайте масло через воронку, только не используйте ту, что на кухне, бля, прикиньте, типа для женщин написано, бля. Шаг четвертый, вообще пиздец, определите уровень масла, все как в тесте на беременность, блядь. Две полоски написано, говорит, найдите мин-макс, бля. Шаг шестой, если все равно непонятно, обратитесь в автосервис. Вот, бля, от души ребята делают, бля. Вуман и Дитион, женская, типа, бля.